возможности информации. Во-первых, больше возможностей менять деятельность, а во-вторых, больше информации, которая заставляет задуматься. Потому что если раньше в основном как роботы-работники все ходили и исполняли, сейчас начинают думать уже о таких вещах, как ценности, там какой-то, соответственно, личная какая-то стратегия. Так, красный диплом юриста Павла уже давно лежит без дела. Пробовал работать в суде, но не смог. В доме сейчас журналы с авторскими статьями уже фермера Павла Немоляева по животноводству. Вот эти рисунки, которые он сделал еще в 4 года, как доказательство правильности выбранного пути. Все обои у нас были изрисованы в доме коровами, козами, курами. Вот, сохранилось до наших дней. Теперь не нарисованное, а настоящее целое стадо элитных коз. Гордость хозяйства – альпийский козел Дар. Одна из рекордсменок по надою – коза Багира. Всех он знает по именам и по характерам. Ездят на выставки и обучающие семинары. Я как специалист по персоналу считаю, что плохих сотрудников их очень мало. Это вообще такое понятие. Но очень много неподходящих для той или иной работы. Менять тяжело, менять сложно, но я сторонник того, что лучше это делать. Именно на это решилась 2 года назад и Юля. Эти платья смоделированы, шиты руками человека с дипломом бухгалтера и должностью экономиста банка. Я просто каждый день, сидя в последнее время на работе в банке, понимала, что я пропускаю свою жизнь сквозь пальцы, что я зря живу. И это ощущение не давало мне покоя, я ушла просто в пустоту. Шить Юлия любила всегда. Начинала с частных заказов. Сейчас она дизайнер и директор собственного модного дома Юлии Степановой. Каждое платье – ее маленький шедевр, о котором она может рассказывать часами. Будет ли таким же успешным, решительный шаг Вики покажет время. Но теперь она студентка первого курса педиатрического факультета медицинского университета. Поступила со второй попытки. Анна Машенцева, Иван Серяпин, Ярослав Квитко, Вести.